Белгород принимает социально-патриотический марафон «Сильный духом». Акция посвящена 70-летию Победы, организована в формате автопробега и проходит при поддержке Союза городов воинской славы России, председателем которого является мэр Белгорода Сергей Баженов. Марафонцы встречали на северном въезде в город. С концертной программой для них выступили творческие коллективы Центра народного творчества «Сокол». С теплыми словами к гостям обратилась участник Великой Отечественной Мария Денисовна Колтакова, представитель Совета ветеранов городской администрации. Мы очень рады, что город Белгород, город воинской славы, город первого салюта встречает марафон «Сильный духом». Те люди, которые к нам сегодня приехали, они и демонстрируют, что сила духа – это самое главное. Зачастую значит больше, чем сила физическая, сила интеллектуальная. Для нас это очень важно. Это очень важный патриотический аспект, и мы хотели бы, чтобы это увидели наши ребята. Участники марафона – инвалиды войны и военной травмы Центрального федерального округа. В этот марафон мы прошли уже через города воинской славы Наро-Фоминск, Малый Ярославец. Мы провели мероприятие в Калуге. Мы были в городе-герое Туле. Вчера мы были в Воронеже, город воинской славы. Сегодня Белгород. Далее за Белгородом будет Курск, Орел, Брянск, Козельск, Можайск. Это все города воинской славы. И завершим мы в городе Руза, где наша организация имеет единственный на всю страну центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов. Дороги не очень тяжелые. У нас были пути прохождения больше, по 700 километров, поэтому это нормально. Наш марафон посвящен 70-летию Победы. Мы хотим им низко поклониться и пожелать им еще здоровья, чтобы пускай они живут, потому что если бы не было их, не было бы сейчас светлого дня, не было бы праздников никаких. Им низкий поклон, просто от души. Марафон «Сильный духом» стартовал 29 мая в столице на Поклонной горе. Он проходит по городам воинской славы России. В Белгород прибыл из Воронежа. Основные мероприятия для гостей города проходят сегодня. На Соборной площади участники патриотической акции возложили цветы к стеле «Город воинской славы» – «Вечному огню». На площадке музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью. Завтра марафонцы отправятся в Прохоровку.